Так, что у нас? Что мы тут имеем? У нас есть хамелеона. Так. РБ. Что это делает? Ой, а что за сайт? Так. А, два раза, смотри, я нажал, да? Так, два. Ага, он все время типа меняет. Окей. Так, камео. Смена образа, удерживать РБ. Можно использовать в конце любого приема, чтобы сменить образ. То есть, типа, нажал. А, она типа зажала, и сразу другая будет. А, типа, я могу сделать вот так. И вот поменялось, да? В конце любого приема, то есть... Блин, ну долго надо держать, а чё так? Серега, здорово, здорово. А, она сама, смотри, автоматически тоже что-то меняется, да? Да, сама, если типа не... Она все время типа так изменяет... А, потому что у нее можно много раз, да... Много раз вызывать, окей, окей. Так, что у нас тут еще есть? Разбитое зеркало. Назад РБ. Урон от следующей атаки уменьшится вдвое. Будь то попадание или заблокированный удар. Ага. Прикольно, прикольно. А почему так теперь? Смотри, я же невидимка. Вот, смотри, сейчас буду невидимым, да? Сделаю. И все, я опять видимым. У Смоука, интересно, тоже так? Ладно, фигня какая-то. Что там еще? Разоранг свечения на некоторое время получает неуязвимость к снарядам. Необходимо быть в образе Джей. Ага. Окей. Есть. А, вот-вот-вот, я понял. Образ Джейд. Образ Мелины. Образ Китаны. Посок Вера. Хватающий вихрь. Окей. Броски. И все? Сто 90, то есть меньше. Так, Джейд. 130, но Джейд больше всего урона, да? Ага, понятно. Понятно, окей. Ой, да ну, меня типа подбрасывает. И чем это хорошо? Типа меня убираешь? Ладно. Ладно, странная пока подборка, если честно, но... Давайте что-нибудь попробуем. Ах, никто нажал. Вот, с этого можно комбить, это уже неплохо. Так, неплохо. С этого тоже можно закомбить. Окей. Ах, тут можно было еще дальше, может быть, как-нибудь закомбить. О, о, вот еще. Это я почему-то не знал. Так. Что-то я пропустил тут у Китаны. Бросок веера я пропустил. Вот-вот-вот. Значит, можно комбить. Так, ну давайте попробуем сперва, наверное. Еще раз посмотрим. Джейд. Разоранг, да? Так. Ага.
Блин, ну не получается так, а почему нельзя? Давай. Непонятно ничего. Ну все, я тогда понял. Не совсем. Ну, надо попрактиковаться. Странно. Так. Музычка нам нужна. Ага, я почти понял. Так, есть. А тут уже дальше не идет, тогда окей. Когда с Джейд, оказывается, начинает. Так, вот здесь Джейд больше комбинаций получается. Так, еще раз. Джейд получше. Попробуем просто самое легкое. 387. Окей, самое легкое. Вперед. Вперед, 2, 3. Хорошо. Дальше идем. Ага, слишком быстро. Слишком быстро тоже нельзя нажимать. Хорошо, я усвоил. О, 420 было. Было. Можно еще так сделать, наверное. Ладно, не очень. Попробуем получше сделать. Ага, не получилось. Окей. Погнали дальше, попробуем опять, как до этого делали. Так. Сейчас мы его забьем. Так, хорошо. На Джейд идем. Все еще на Джейд, да. Так, я думаю, после третьего раза, наверное, как-то надо по-другому действовать. После третьего раза надо что-то другое нажать. Раз, два, три. Так. Ах, нет, там не успевает. Когда третий раз нельзя нажимать. Так, раз, два. Раз, два, три. Не хочет. Раз. О, опять 431. Ну, слишком много там не было урона. Ладно. А что будет, если... Нет, не так. Ах, почти. Почти получилось. О, 444 есть.
Так, то же самое, только чуть-чуть по-другому. А, не идет, не идет. Ладно, ладно. Придется по-другому чуть делать. Ладно, не выходит, не совсем то выходит, что я хотел. Ага, не пошло. Ну интересно, все равно. Так, давайте попробуем титану. Смотри, там не дает титану так. Не дает такого разнообразия, наверное. Нельзя как-то по-другому сменить. Странно, почему во время завершения приема. Странно, странно, очень странно. Ладно. Так, не подходит, ладно. Не идет, не идет. Блин, с рептилией совсем трудно бить, на самом деле. Не идет. Что будет, если... Нет, не идет так. Ладно. О-о-о! Можно было конкретно закомбить. Так, еще раз. Еще раз. Пробуем. Так, раз, два. Ах, не пошло. Вот, что было. А, я, по-моему, понял. А, нет, что-то другое. Ладно. Когда прыгаю, нажимаю. Нет, это не помогает. Не совсем то. Блин, почему не идет? Странно, странно. Ах. Это никак. Вот это запаривает конкретно. Каждый раз, короче, надо удерживать.
Короче, не сможет сделать ни одну комбу, блин, так будешь мучиться каждый раз. Ой. С одной стороны прикольно, с другой стороны так неудобно как-то всем. Ну вот опять. Вот 411 как-то получилось каким-то образом. Ну Джейдс как будто бы лучше всех справляет. Что если с одной... Нет, не работает. А что если сделать вот так? Работать будет? Нет, не работает. Ну 413 больше не идет. Ага, так тоже не работает, да? Да, странно, странно, странно. Все это странно. Что ты будешь делать? Это слишком трудно. Ну нет. Это совсем. Ай-яй-яй. А, второй шарик уже не хочет делать. Угу, там уже не комбит, ладно. Не успел, все. Не, не идет, не идет. Надо как-то по-другому. Ну типа нормальный дамаг, но... А, не получилось. Да. Так, 308. Так, за Мелину самое мало дамага. Что с Джейд? А с Джейд самый большой дамаг. Да. Потому что рестенд. Понятно. Так,
Так, ну вот. Раз, два. Не получается. Unser liebster Kobold ist zurück. Kannst du die Räume zusammenreißen? Nein, das kann ich nicht. Neue Geschichten von Pumuckl. Jetzt streamen auf RTL Plus. Alles dabei. Serien, Realities, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher und Podcasts. Нет, alles так in идет. Einer App für 9,99 €. Jetzt kostenlos testen. Да, ёлки-палки. А. Да блин. Да, что ты будешь делать? Ну, 426 это, наверное, максимум, что я могу выкинуть. Триста сорок восемь, окей, окей. А давай макс попробуем, сколько мы сможем выкинуть. Четыреста шестьдесят три. Но это так не стоит этого всех трех метров. Конечно. В любой. Тут не комбит, окей. Так, еще раз пробуем. Угу, не хочет. Триста сорок семь, один метр, один камео. Вроде бы порядочно. Еще раз пробуем. Так. 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 Блин. Попробуем без метра что-нибудь сделать. Ну, 407. Но не очень красиво было. Плохое. Плохо закончили. Придется здесь еще немножко прыгнуть. А... Так, без метра. Комбинация. Ах. 1-2 хотел сделать, да? Так, 1-2. Так, хотел. Давай сделаем без метра. Без метра 428. Без метра 428. Еще раз. Ну, это, конечно, в углу. Так.
439 с одним метром. Пойдет. А может быть на... Питание сделать вот так. Ну, маловато, конечно, но... Да. А что если... Что если сделать вот так? Нет, так не пойдет. Упс. Да, ну ладно. Нет, палатка, наверное, будет. Ну, так себе, мне кажется. Один метр 402. Так. Ну, блин. Может, один раз сыграю, посмотрим. Mm-hmm.